Я дам полицию. Ты получишь у меня сейчас полицию. Заткнись, старая дура. Сволочь такая. Заткнись, я тебе говорю. Ну хорошо, я получу. Я тебе сейчас делаю, ах ты старая дура. Заткнись, я тебе говорю. Что? Тебе надо скрыться, Максим, у этого бандита. Здесь дружки. Возможно, уеду в Мюнхен. Я уже списался с двоюродным братом. А твой двоюродный брат давно на Западе? Он родился в Мюнхене. Его отец был коренным у бандеровцев. Потом перебрался к американцам. Брат получил большое наследство. Значит, он бизнесмен. У него 2 или 3 крупных ресторана в Мюнхене. Год назад Юра разыскал меня в Киеве. Вот она-то какая! Дочка вызвала их к себе. А потом стерва отказалась принять. Старуха цеплялась за последнее барахло, как за жизнь. А ты, Родионов, как здесь оказался? Боженька, оросила я ее красным дождичком. Благодать-то какая! У меня причина особая. Смылся с большой кассой. Не повезло. Встретил на улице знакомого с бывшей работы. Начал меня шантажировать. Вот так и стал политическим беженцем. Только до сих пор не понимаю разницы между Бундестагом и Бундесратом. Забились в угол, Рудковский. Я произвожу впечатление малодушного, господин офицер. Славяне самоеды. Я читал Достоевского, вашего Фрейда. Для меня было вечной загадкой, господин офицер. Почему на Западе так хорошо знают Достоевского, но не имеют понятия о славянах? А вы дерзкий, господин эмигрант. Чувствуете поддержку полковника Лодзина? Я не знаком с полковником Лодзином. Вот как. Лодзин шеф службы безопасности Радио Свобода. Он дважды справлялся о вас. Идите за документами. И быстро собирайтесь. За вами приехал господин Синишин. Позади. Тебе ко многому здесь придется привыкнуть. Зато сможешь печататься и писать все, что вздумаешь.
Ну и получать большие деньги, разумеется. Юра, полковник Лодзин, американец? Да. От него зависит, будешь ли ты работать на Радио Свободы. Киеве ты не говорил о нем. Теперь я понимаю, почему меня на допросах буквально выворачивали наизнанку. Ты знаешь, чертовски неприятные ощущения. Как Лодзин узнал обо мне? На радио «Свобода» попал твой сборник стихов. Даже я запомнил. Де край таки знайти, що прихилить свою самотню голову до друга. За втраченим душа моя болить, і пам'ять замітає дика хуга. Моїм друзям не терпиться познайомитися з тобою. Я їх пригласив себе на вечір. Кстати, там будет кое-кто из радио «Свобода». Спасибо, Юра. У тебя что-нибудь поприличнее из одежды найдется? В лагере я зашил вечерний костюм, матрас и спал на нем, чтобы не украли. Ну, Влас позаботится о твоем костюме. Понял, Влас? Он глухонемой. Но я его держу, потому что он... На него можно положиться во всем. Читал ваши стихи, господин Рудковский. Философия индивидуализма. Реальный социализм, господин Лодзин. Отвергнув реальный социализм, чего же вы ждете от реального капитализма? Но я не утверждал, что отвергаю социализм. Советское государство обеспечило мое детство и мою юность. Затем университет. Работа в издательстве. Сборник стихов. Но однажды, после разговора с Юрием Синишиным и его отъезда из Киева, я вдруг осознал, что никому и ничем не обязан. Любопытно. Я словно очнулся. Вокруг одномерные люди, безликие критики и процветающие демагоги. Как-то вдруг почувствовал себя чужим в этом ледяном мире. В ваших стихах мотивы отчуждения впечатляют. Так какой же социализм вы принимаете? Я... За социализм с человеческим лицом. Моего отца, генерала Рудковского, в чем-то незаслуженно обвинили и отправили в запас. А третий инфаркт добил его. Мать от переживаний разбила паралич. И меня трехлетнего отдали в детдом. Долго вы таили обиду. Дорога от Киева до Мюнхена заняла у вас целый год. Видите ли, на зарплату редактора не очень-то разгонишься. Несколько месяцев пришлось во всем себя врезать, чтобы купить путевку в ФРГ. Ну, а за это время подогнал немецкий, который основательно подзабыл после университета.
Не загоняйте себя в угол, господин Рудковский. Хочу предупредить. Мы о вас знаем многое. Даже о вашем романе с женой директора универмага. 8 лет назад. Вы о Жанне? Она была без ума от вас, но уже не могла обходиться без комфорта, которым окружил ее муж. И в тот же час вы прокляли весь мир, и в ваших стихах появились мотивы реального социализма. Или я ошибаюсь? Нет. Так. Значит, вы целый год собирали деньги и обновляли знания иностранного языка. Кстати, где вы совершенствовали свой немецкий? В Доме ученых, на Владимирской. Узнаете? Этот человек был со мной в одной группе. Но вы, конечно, не подозревали, что это сотрудник госбезопасности. Мы так мало знали друг о друге. Имя, фамилия... Вы лжете, Рудковский. На Владимирской вы изучали не только немецкий. Прием, которым вы уложили бандитов в пересыльном лагере. Благодаря этому приему я дважды был чемпионом университета по дзюдо. Ваш прием из разряда боевых. И на соревнованиях он запрещен. Я готов в любое время доказать, что вы ничего не понимаете в дзюдо. Ого, да вы дрочун. Ну, мы еще с вами не раз встретимся, господин Рудковский. Не профессионал? You are too fussy today, Henrik. Суетитесь вы сегодня, Генрик. Найдите в записи место, где Рудковский рассказал нам версию о расправе над его отцом-генералом. Николай Мартинец, диктор Радио Свобода. Привет, Юра. Извините. Ты своим лихачеством довел меня до морской болезни. Валерий, ты прости меня, пожалуйста, но ты же знаешь, что я никогда не выжимаю больше 40. Да. Лапочка. Мерзавец. Лапочка. Иван Качур, священник и редактор религиозных передач. Вы верующий, господин Рудковский? Нет. Да, не ваша вина. Слышала, что киевские критики не оставили камня на камне от вашего первого сборника. Я просматривал ваши стихи, там есть недурственные строки. Вы очень добры. Это правда, господин Рудковский, что в Союзе писателей Украины несколько сотен поэтов? Правда, паня Валерия. Ужасно. Все они не стоят одного нашего Шевченко, которого русские ненавидят за гениальность. Не сочтите меня неблагодарным, но в Киеве не разделяют вашу точку зрения. Ах, простите, я забыла, что вы оттуда, где двух мнений просто быть не может. Валерия, ты прекрасна. А вы чули процесс Клауса Барбье снова ведь плавал? Я что-то выйти. Нет, Эдди. А, здравствуй. А вот и наша очаровательная Тереза. Рискнули стать профессиональным эмигрантом? Профессиональным эмигрантом? А что это такое? Ремесло. Тяжкое ремесло. Даниил Робок, профессор истории. Скажите, господин Рудковский, вы никогда не задумывались над тем, почему на стыке эпох антропологи находят множество останков с явными следами убийств? Ну, знаете... После следующей войны... А вы знаете, что будет после следующей войны? Из дыма вышла саранча, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не причиняла вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только людям. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Эти несчастные, профессор.
проклянут идеологию, ради которой обрекли себя. А цивилизация без идеологии... Вам следует учить себя мыслить неординарно, молодой человек. Цивилизация начнется с концом эры идеологии. Данила. Что? Ты же величайший философ. Ты наш плювака. Плювака — это адвокат. Я счастлив, что я твой современник. Ну, все. Спасибо, что ты есть. Все? Да. Все. Не обращайте внимания. Тереза — секретарь директора украинской редакции. Радио «Свобода». Эмигрантка? Дочь эмигрантов. Ее родители погибли в автомобильной катастрофе, когда ей не было еще 2 лет. Тереза воспитал Сава. Странный старик. Ты его сегодня увидишь. Я читал Маркса. Кто этот эрудит? Антон Брудов. Тоже из Киева. Чуть не попался на сам издатель. Он изобрел мир, в котором гарантия не умереть от голода приобретается в обмен на риск умереть со скуки. Юра просил взять вас под свою руку. Так, кажется, говорили в старину. Идеология — это болезнь мозга. И чем она мучительнее, тем больше хочется заниматься любовью. Расскажите о Киеве. Все неприятности в этом мире от людей маленького роста. За дощами, сынями. Что висят над памятью. Чуется из минулого Ярославный плач. Все мосты попалені. Все мосты попалені. Господин Рудковский, несколько прямолинеен. Но не последовшим, нет. Затоскует скоро. А это очень опасно. Вы слышали, о чем он напевал нашей Терезе? Ты все перепутал, Дуся. Он не напевал, он ворковал. А влюбчивые люди податливые и не опасны. Будем надеяться, что полковник Лодзин согласится с вами, пани Валерия. Простите. Зачем звал Юра? Брат из Киева приехал, двоюродный. Гости. Навсегда. Давай погляжу. Из моего ресторана танцовщица.
бежала через лес, как сумасшедшая. Чтобы попрощаться с тобой. Попрощаться? Да, Иванцев. Партизаны-подпольщики будут теперь связываться по радио. Все. Мне пора. Все, не провожай меня. Сегодня вы миловались дольше обычного. Мы прощались, господин оберштурмфюрер. Слышал. И ваш дом уже не явка. Это меняет дело. Вы дали слово не трогать девушку. Сожалею, паночи, но ваша красавица была не до конца откровенна с вами. О чем вы? Куда ушел отряд? Явки для радиста. Пароль. Вы прекрасно справились с нашим заданием, паночи. Благодарю, господин Синишин. У вас блистательная фантазия. Не обижайтесь, Максим, я хочу побыть одна. Если в твоих ресторанах, Юра, будут танцевать канкан по-украински, ты растеряешь всех своих постоянных клиентов. Да. С такими биографиями нельзя быть нормальными людьми. Аула. Как только узнали, что Лозов послал Юрия Синишина в твою душу, попросили Анатолия проследить за тобой в Киеве. А я с тобой откровенничал. И сболтнул. Помнишь, в кафе на Крещатике? Очень нехорошо отозвался националисты, да вообще. Так ведь ты сам говоришь. Сболтнул. И засветился, Максим. Засветился, и после этого ты здесь. Дом ученых на Владимирской был твоим прикрытием. Ну и дурак. Ты считал мои рассказы бездарными. И как редактор издательства изрядно портил мне жизнь. Ну, извини, в дураках остался ты. Решай, Рудковский.
Или даешь расписку, что ты, советский разведчик, будешь работать на нас. Или сгниешь под этим валежником. Подсунули Лодзину липу обо мне. А теперь прячете концы. Решай, Гудковский. Максим Рудковский склонен чрезмерно обобщать частные случаи, по какой-либо причине взволновавшие его. Преследуя крупные цели, страдает от мелких неприятностей. Другими словами, его импульсивность опережает логическое мышление. Значит, им не удалось завербовать вас даже под страхом смерти. Расписка, которую не требовали, провокация. А у Фостяка, как я вам уже говорил, давний счет ко мне еще по Киеву. Эксперты, изучившие личность Рудковского, единодушны. У него нет качеств, необходимых для работы в разведорганах. Шантаж не исключен. Вспомнили человека на фотографии? На курсах нам его представили как бухгалтера с кабельного завода. Почему сразу не сказали? Не мог утверждать определенно. Ваша подпись дает право службе безопасности контролировать вашу частную жизнь. Будете работать в отделе обработки прессы с испытательным сроком. Все только говорят, что вас чуть не убили. Тереза, меня приняли. Тереза, меня приняли! Это право победителя на разграбление города. Поставите деньги на Зеро. Ты заметил, как покосился крупье? Наверное, подумал, что имеет дело с опытным игроком. У нас в Киеве совсем нет казино. Совсем нет? Совсем нет.
Нашла. Доброе утро, пан Сапеляк. Сегодня вы раньше всех. Вас можно не считать? Помолчал бы. Вот ты 2 месяцев не работаешь. А уже говорят, что тебя переводят в отдел анализа и исследований. За те 30 лет, что вы проработали на радиостанции, пан Сапеляк, можно было стать даже генеральным директором. Черт. Где моя львовская газета? Материал о Торчинском. Ведь ты же знаешь, что я занимаюсь другими вырезками. Торчинский, это кто? Каждый должен заниматься своим делом, пан Сапеляк. Привет, Максим. Привет, Коля. О, пан Сапеляк. Максим, как ты можешь терпеть этого сыча? А вы трепач? Нет, вы не сыч. Вы диверсант. Что? Дерьмо поганое, актеришка. Я вот сейчас вырву твой поганый язык. Коля, ты в радиостудию? Пошли вместе. Пошли. Скоты проклятые! Сапеляк донесет, выгонит. Ты знаешь, почему он сделал свечу? В 43-м году Сапеляк учился в диверсионной школе Цепелин. Тяжело здесь дышится, Максим. Скоро сам почувствуешь, и никакие деньги, никакие. Надо что-то там Лакута. Чего испугались? Господин Зубко. Здравствуй, дорогой. К шефу? У меня и стало исчез материал. С грифом. Содовый, пан... пан посредник. Пиво найдется? Паня Тереза. Да, господин директор. Не откажите в любезности, принесите пиво из кафе. Хорошо, господин директор. Подожди меня. Что-нибудь придумаем. Пан Лакута просит напомнить вам, что он, считай, из петли вынул вашего отца. Когда лебедь хотел вздернуть его за попытку повиниться перед чекистами. Да-да. Что хочет пан Лакута? Он сохранил про черный день кое-какие документы и рассчитывает получить за них хорошие деньги. Что за документы? Списки подполья, которые наши оставили на Украине после войны. Когда это было? Кто-то помер, кто-то повинился. Это точно. А сколько их осталось? Вы не считали?
А родственники? Чем не информаторы для вашей говорильни? Шли бы вы прямо к полковнику Лодзену. Он посредник. Американец может потребовать их без всякого выкупа. Потолкуйте с полковником. Захочет получить их даром? Считайте, что между нами никакого разговора не было. Ах, подведете вы меня с паном Лакутой под монастырь. Не крутите, господин Зубко. Комиссионные, как положено. Ну, а пивом, видно, у вас не угощусь. Тереза, пани Тереза. А я вас разыскивал, коллега. Прежде всего, примите мои комплименты. Ваши дела идут весьма и весьма. Благодарю вас, господин Робок. А, у вас из стола пропала газета? Да. Только ради бога не делайте преждевременных выводов. Газету взяли вы? Ну, некоторым образом. Увидел знакомую фамилию. Торчинский? Ну, какое отношение имеет... А вы прочитайте. Рудковский. В первые дни войны в составе вермахта во Львов ворвался батальон «Нахтигаль», которому гитлеровская команда не приказала уничтожить западную украинскую интеллигенцию. Господин Робок, я собирался заявить о пропаже директора редакции и немедленно сделаю это. Читайте. Особую жестокость проявило подразделение, которым командовал взводный Торчинский. Среди его жертв профессора Львовского университета, откуда незадолго до войны студент Торчинский был отчислен за неуспеваемость и пропаганду фашизма. Удалось установить, что Торчинский, который скрылся от возмездия, автор националистической истории Украины, профессор Даниил Робок, одно и то же лицо. Не истолкуйте мою просьбу превратно. Но я еще не слышал никакой просьбы. Мою просьбу. Газета у вас не пропадала. А просто завалилась в нижний ящик стола. И главное, коллегам ни слова о статье. Не понял, господин Робок. Скажу прямо. Знаете, не хочется выглядеть в глазах молодого поколения эдаким чудовищем, каким меня изобразила Львовская газета. После вечера, в честь твоего приезда, с Савой творится что-то странное. Бормочет о каком-то искуплении, часто вспоминает тебя. Я боюсь оставлять его одного. Тереза, а что такое профессор Робок? Умный, беспощадный. Шеф комнаты F9. Это секретная картотека и донесения особо ценных информаторов Радио Свобода. Особо ценных? Да. Извини, мне пора. Действительно, пора. Не ожидал. О, коньячком отменным от тебя. Видать, от щедрот брата ресторанщика. Желчным ты стал, Родионов. В пересыльном лагере. Значит, на что ты надеялся? А меня как раз последнюю сволочь. Головой об стенку. Из КГБ я для них. Из КГБ. Хоть пропади. Ну, вышвырнули. Грозили выдать советским властям. Как уголовника. Где живешь, Родионов? Пожалел, значит. Тогда
позволь. Марок 20. О, целых 50. Благородно. Странный ты стал, Савушка, после приезда Максима. Братья, как уходили с повинной, наказали ждать до темноты. До темноты. А если с повинной без обмана? Советы. Получитель! Савины братья. Кто же? Кто же? Кто же? Савины братья. Совет. Куда он побежал? Ну, ну, малый, ну, советская власть! Неправда это, учитель! Правда? Батя! Батя! Стой, Сава! Как же это? Темно ведь. Это же Гриша мой. Куда мы с Гришей от тебя не уйдем? Они переоделись в ястребков. Это они замордовали твоих братов, чтобы другим неповадно было с повинной. Учитель неправедно убил. Неправедно убил. Неправедно! Неправедно убил! А ваша выдумка, профессор, дала хороший результат. Рудковский не заявил о пропаже газеты. Прекрасно, прекрасно. Не выдал меня. А ведь я для него нахтигалевец. Фашист.
Странный этот Рудковский. Спасая вас, он рисковал привлечь внимание службы безопасности. Наивность или точный расчет? Что вы на это скажете? Не знаю. Очевидно только то, что он мне симпатичен. Коля. Неважно смотришься. Письмо от матери получилось села. Представляешь, мать не осознала, почувствовала. Почувствовала себя матерью подлеца. А я у нее один. Коля. Стой, Влас! Я же говорил, сволочь, что вы подсунули Лодзину липу. Полегче, Рудковский. Все равно где-нибудь наследишь. Провокатор! В чем дело, Влас? Ральф не выносит чужаков. Ты же глухонемой! Грубо работаешь, Влас. Шел он. Прежде чем начать наше совещание, разрешите приветствовать нашего коллегу, успешно завершившего испытательный срок, господина Рудковского. Уважаемые коллеги, как вам известно, бойкот президента США на поставку оборудования для строительства газопровода Сибирь-Западная Европа не возымел должного действия. Русский газ в Европе. И тем не менее, злосчастный газопровод остается объектом нашей с вами озабоченности. Я предупреждаю вас, господа, что информация, которую я сегодня делаю по поручению
генерального директора радиоцентра «Свобода, Свободная Европа» носит строго конфиденциальный характер. Московское правительство пошло на ужасный шаг. Испытывая валютные трудности по оплате счетов строительства газопровода, Государственный банк СССР распродал драгоценные камни, украшавшие знаменитую шапку Мономаха. Это что, очередная утка по ночи, а? А какова степень достоверности этой информации? Секретные службы заканчивают обработку сотрудника оружейной палаты из Москвы, запросившего на прошлой неделе убежище. Он предоставил фотопленки переснятых документов, которые подтверждают прискорбные факты. Драгоценные камни тайно переправлены швейцарским ювелиром, а лучшие русские мастера уже изготовили для шапки Мономаха искусные подделки. После того, как вы выйдете в эфир, сенсацию передадут все национальные редакции радиоцентра «Свобода, Свободная Европа». Я напоминаю, господа, день и час передачи о шапке Мономаха – это строжайшая служебная тайна. Я повторяю, строжайшая. Благодарю вас, господа. Господин Лозин, у меня есть идея. Пани Валерия, берите мужа, пойдите в кафе. Господин Зубко. Два дня назад к вам приходил посредник от Зиновия Лакуты. Что он хотел? Ну, вы же знаете пана Лакуту. Всем недоволен, все ворчит. Отряхлел сильно. Пан Лакута, господин директор, внес большой вклад в борьбу с большевизмом. Ему можно поворчать. Господин Лодзин, мне нужно с вами поговорить. Что-нибудь срочное? Даже бумага пожелтела. Как вы думаете, почему Зубко не доложил Лодзину о предложении Лакуты? Это ваша проблема, Генрик. Дождались. Долго вы раздумывали, Зубко? Или бандеровцы выясняли, стоит ли ради этих документов идти на убийство? Что за бред, Генрик? У вас был единственный выход, господин директор.
завладев списками подполья, которые бандеровцы оставили после войны, убрать Зиновия Лакуту. Иначе старик сообщил бы полковнику Лодзину о вашей странной забывчивости. Сука! Я требую передать меня властям Ферги. Вы пытались нанести ущерб Соединенным Штатам. Обработайте бедолаг так, чтобы уже один их вид заставил содрогнуться. Кто это тебя так? Генрик со своими людьми. Где Зубко? Арестован. Влас. В реанимации. Это твой братец навел американцев на квартиру Лакуты. Максим? Да. Браво, браво, Максим. Вот. Вот что получилось. Тебе приказали прощупать Крутковского в лесу, а ты стал с ним счеты сводить. Говорить радио «Свобода». Стоп. Попробуйте еще раз. Не могу. Не могу. Коля. До конца записи осталось 20 минут. Коля. Говорить радіо «Свобода». Українська редакція. Дорогі співвітчизники, маразм, все это фальш! Ви представляєте собі, що буде, якщо ми не здадим сьогодні цей випуск? Ох, доігрався, Мартінец, ох, доігрався! Ви що? Максим, ти видів в здешніх притонах русскую тройку? Я там танцював. Держу за вожжи трех девиц кобылит, сам в трико и малахаю, а-ля русский ямщик. А тройка мчится, тройка скачет, а льется пыль из-под копыт. Осенью в селе начнутся свадьбы, а мать не пойдет поздравлять молодых. Встретить Тодарку Мартинец стала дурной приметой. По вечерам она слушала мой голос, не задумываясь о том, что я говорю. Однажды уловила знакомую фамилию, дядя Тарас, председатель колхоза, где мы жили. После войны он помогал, крышу чинил. Меня во Львов отправил учиться, а я о нем. Сам понимаешь. Ты всего лишь диктор. Для матери позор на мне. Не спасет ни чести, ни честивого! Не спасет ни чести, ни честивого! Коля, пристыжные! Пристыжные! Остановись, Коля! Пристяжные! Пристяжная вы и вы! Эх, милые! Успокойся! Беги, киевлянин! Беги из этого поля! Он сошел с ума. Возможно. Возможно, когда отвел тебя на невольничий рынок. Покупайте Мартинца, господин Лодзин! Ах, у вас уже полно таких. Но это же старье! Их давно пора пристрелить из жалости! Не скандальте, господа эмигранты. Всех купят. Вы нынче в моде. Невольничий рынок. Покупайте Мартинца, господин Лодзин. Ах, у вас уже полно. Он сошел с ума. Это же старье. Их давно пора пристрелить из жалости. Так вы, паночче, записываете все наши разговоры. Только самые интересные. Да прекратите, Брудов! Звоните в охрану!
События развиваются излишне драматично. Глупости все это. За оскорбление руководства радиоцентра диктора отдадут под суд. А суд это пресса, пресса общественный резонанс. Хотите, чтобы мы потом отмывались до костей? Все в порядке. Мы его пальцем не тронули. А несчастные случаи всегда были и будут. Тройка мчится. Тройка скачет. Мьется Бейлис. Да... По-моему, будет сенсация убийственная. Надругаться над реликвией, которая принадлежит всему человечеству, это ужасно. Вы славно поработали, Максим. Вы знаете, я вот рискую больным желудком и все-таки пью за сенсацию. Прошу. Благодарю вас. Я могу быть свободен? Конечно, отдыхайте. Да, кстати, Максим, когда мы получим сборник ваших новых стихов? Понимаете, трудно найти издателя, который захотел бы поставить на неизвестного поэта, а издавать за свой счет... Да. Тільки могилы, давние могилы, тихо сплять у полях. Тільки сивини буйно покрили те, що мріло у снах. Хорошо. Хорошо вы написали. Представляю, что сейчас творится на радиостанции. Куда пойдем? Ты помнишь ту танцовщицу, которая была на вилле у Синишина? Канкан по-украински? Жизнь завершила аллегорию. Ее избили полицейские. И у нее началось тихое помешательство. Страшно, правда? За что избили? Участвовала в демонстрации. У этой танцовщицы есть близкие? Никого. Синишин перевел девушку в посудомойке. Посуда выскальзывала у нее из рук. Девушку выкинули на улицу за неуплату. Сава даст ей крышу над головой. Будет ухаживать за ней, ну и оставит кое-какие сбережения. Он, наконец, обретет покой. Сава говорит, что женитьба на безумной избавит его от проклятия. От проклятия? Сава просил, чтобы я обязательно привезла тебя к нему. Так что мы сейчас едем к Саве. Такси! Не утихает тоска по отчему дому. Но судьба блудного сына никогда... Никогда не будет нашей судьбой, ибо суждено нам не гнездо, а пристанище. Еще две блуждающие души обрели друг друга на земле, имя которой чужбина. Пусть союз ваш обогреет изгнанников тихой радостью и верой в милосердие. Аминь. Савушка. Мои бусы и ног.
пути, и мы найдем твои бусы и венок. Я за вами, Рудковский. Из группы телеперехвата. Московская программа «Время». Известные французские ювелиры, изучающие технологию старых мастеров-огранщиков, завершили работу в алмазном фонде и оружейной палате в Москве. Сегодня на пресс-конференции в Институте истории искусств французские специалисты с восхищением отозвались о старых мастерах. Особый восторг у зарубежных исследователей вызвала огранка первоклассных драгоценных камней на панагии патриарха Никона Великого и шапки Мономаха, которая на протяжении столетий является национальной реликвией мирового значения. Наша передача пошла в эфир? Отменили. За несколько минут до начала. Что же сотрудник оружейной палаты? Исчез. С крупной суммой, которую получил за фотокопии документов. Да, к несчастью, мы столкнулись с талантливым авантюристом. И заметьте, советское телевидение показало сюжет о шапке Мономаха ровно за час до нашей передачи. Что вы думаете об этом, Рудковский? То же самое, что и вы, господин Лодзин. Не верю в случайные совпадения. Да, мы едва не стали посмешищем. Покажи мне сюжет после нашей сенсации. Слава богу, что мы изменили время выхода в эфир. Верно, профессор, мы изменили время, а их человек не успел предупредить. Или не знал. Время передачи только сегодня утром стало известно всем сотрудникам украинской редакции. Кроме бывшего директора. Господина Зубко, который был арестован на прошлой неделе, естественно, не знал об изменении времени выхода в эфир. Зубко необходимо допросить сейчас же. Господин Рудковский, я вынужден просить вас не покидать здание радиостанции. Тридцать лет. Я же 30 лет. Рудковский, я же 30 лет на этой радиостанции. Слышишь, 30 лет. Эдуард! Кому-то не миновать тюрьмы. Или автомобильной катастрофы. Или, как диктор Коля. А что предпочитаете вы, Брудов? Господа, мы приносим самые глубокие извинения. А-а-а!
Ну, вот и все. Und wenn Zubko nun wirklich? А что, Зубко действительно... Nein. Нет. Зубко, Зубко пришлось взять на себя это преступление. Ich kann nicht zulassen, dass die ukrainische Redaktion... Я не могу допустить, чтобы украинскую редакцию парализовала шпиономания. Господин Лодзин, я хочу надеяться, что, поблагодарив Рудковского, вы, наконец, выразил ему доверие. Да. Видите ли, профессор, одна деталь, а именно, Рудковский утверждал, что его отца в чем-то обвинили и отправили в отставку, а третий инфаркт якобы добил его. Я не понимаю, вас беспокоит, что это похоже на версию? В действительности генерал Рудковский сам настоял на уходе из армии по состоянию здоровья. Ах, вот как. Максима могли ввести в заблуждение. Хотелось бы услышать его объяснение. А вдруг для Рудковского это будет откровением? От чувства морального долга перед советским государством его освободила именно расправа над его отцом. Господин Лодзен, а не кажется ли вам, что Рудковского следовало бы завязать в чем-нибудь значительном? Тогда совесть не будет его мучить в малом. А что? Интересная мысль. Рад сообщить, Максим, вас ожидает сюрприз. Вы слышали что-нибудь о комнате F9? Да, господин Робок. В комнате F9 работают особо доверенные сотрудники Радио Свобода. И вы в числе, Максим, господин Лозен назвал вас. Итак, первый шаг сделан. Комната F9. Секретная картотека клеветников и предателей. Сейчас главное не взорваться. Боже, как хочется домой, на родину. Не желаете интересной фотографии? Не желаю. Экстра люкс. Я сказал, не желаю. Из лучших ателье Франции. Садись. Приглашаю поужинать, Родионов. Это зачем же? Видел в здешних притонах русскую тройку. Я там танцевал. Держу за вожжи трех девиц кобылиц, сам в трико и малахай. А-ля русский ямщик. А тройка мчится, тройка скачет. А йоса пыль из-под копы.
Я тебе скажу, Максим. Ты со мной. По-человечески. Я тоже. Лучше бы я там, дома отсидел все, что мне полагается по суду. Ничего горше не бывает.